значит, сразу предупрежу, если, в принципе, мне придется присоединиться к какой-то компании, то вот это вот придется делать без меня. Значит, что такое? Это большими буквами 3D-принтер, а мелкими написано социальная сеть, ну и маркетплейс, в общем-то. Значит, что это такое? То есть общая система связи всех 3D-принтеров, 3D-сканеров и другого оборудования, которое сейчас становится популярным, для того, чтобы можно было, то есть, ну, любые детали, любые вещи делать даже без наличия 3D-принтера. То есть найти ближайший принтер, дать задачку, получить все это в виде себя. Как это будет развиваться, до чего, до какого момента дойдет, не знаю, но в принципе уже есть как бы там зарегистрированы какие-то домены, какой-то блог ведется, какая-то есть прототип сайта, то есть хотим собрать, ну, хотя бы MVP базовый, чтобы любой человек мог, у кого есть принтер, зарегистрировать этот принтер в сети, в этой, у кого есть задачки по печати, мог найти себе человека с этим 3D-принтером и как-то между ним связаться. Пока это все, что вырастет, не вырастет, покажет в каком. Все, спасибо. Еще, в принципе, те, кто умеет кодить бэкэнд, в принципе, еще те, кто может что-то по дизайну. Но дизайна, к сожалению, еще мало, это будет чистый MVP, поэтому, скорее всего, тот, кто ну, разбирается в бэкэнде, по-быстрому дизайн тоже. Good здесь такой, потому что зачем нам нужны покупать кучу принтеров, которые все равно покупают ради трех бумажечек и еще чего-нибудь. Хочу, чтобы, в принципе, с 3D-принтерами и со всем остальным, то есть люди перестали вообще покупать никому не нужные девайсы, а просто печатали здесь и сейчас. В принципе, во-первых, это сейчас еще дорого, во-вторых, это действительно позволяет многие вещи решать. Ну, будем считать, что мы будем экономить. Перейти в царство машин. Да. Ну, а еще те люди, которые не будут пользоваться тем сервисом, там смогут печатать все колени. Да, кстати, половину велокомпьютера напечатаем здесь. Ну просто, то есть, это как бы так, социальная сеть таких девайсов, чтобы, в принципе, люди могли бы перераспределять свои работы. Потому что принтер есть, ночью он не занят. Может ночью, там, допустим, что-нибудь напечатать кому-то, заработать денежку или что-то. Заказчики нужны? Да, конечно. Обсудим, понял. Но это не в команду. Если ты хочешь наперед что-то купить, всегда вперед. Все, в общем, я здесь, спасибо, присоединяйтесь. Тем не вечером, надеюсь, еще.